Как тебе мой новый приз? Короче, отдай коробку. Я ее уничтожу. Но тебя оставлю в живых. Не заставляй меня стать убийцей. Все, ребята, начинаем. Джей, лови! Есть, закрывай! Не закрывается. Да я вижу. Да что ж такое? Не знаю. А ты уже закрывал, нет еще? Думал, это то же самое. Макс, 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 остановись на секунду, давай просто поговорим. Кого мы видим? Мой добрый приятель, Человек-паук. Пытаюсь спасти тебя, Макс, как и раньше. Неправда, не спасти. Правда. Ты уже давно не в топе. За меня не волнуйся. Сам спасусь. Убийца! Ну, я взял его на себя. Что дальше? Молодец. На всякий случай. Ящерица тоже тут. Эй, ты! Привет! Мне нужно средство для Макса. Да, сейчас. Питер, мне нужно для ящера! Сейчас! Где коробка, Питер? Блин, мы можем вас спасти! Прости, песочный! Никто не вернется домой. Всем привет, с вами на канале Фокс Гер, с вами Герман и Ваня. Ваня, поздоровайся. Всем привет, я Человек-паук. Да, вы сейчас видели, как вот эти Человеки-пауки попались из своих вселенных в Роблокс вселенную, да. Да, вот вы как видите, я просто на щупальцах бегаю. А я Эндрю Гарфилд. А, мусорным баком он кидается. Я в него гуляю. Боже, а как ты это делаешь? На двоечку. На двойку. Мы так можем себе друг другу КП отнимать. Кстати, смотри, стой на месте, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Смотри, вот смотри, каким. Что это такое? Что ты это творил? Слышал мой смех? Да. А что это у тебя такое катается? Бомба. Это бомба. Человек-паук выйдет поиграть? Нет, он полетел домой. Я не потерял. А короче, на зеленой метке. На зеленой метке? Да. Я тебя не вижу. Человек, но паук. Где ты? А, ой, я застрял. Я все, короче, побежал на щупальце. Я сверху над тобой. Я понял. Ты
Глянь, что я еще могу на букву М. На букву М я могу снять вот маску. Глянь, кем я стал. Я не видел. Я никогда не видел лицо этого гоблина. Как ты что, ты тогда фильм не смотрел, если ты не видел? Слышал? Чего? Этот голос. Чё ты про меня там говоришь? Spider-Man about to play. Там про меня что-то говоришь. Человек-паук будет играть? А я просто летаю. Это перевод такой, Человек-паук, уходи играть. Глянь, вот я, вот я. Глянь, вот я без костюма. Смотри, а я просто летаю. Да а не, просто стой, летаю. Стой! Глянь, это я без костюма. Смотри, а если я одену костюм? Ага. Понятно, смотри, я просто летаю. Летаю. А без бомбочек. Быстро на своих щупальцах побежал. Spider-Man! Нет! Да. О! Я знаешь, кем я могу стать? Кем? Глянь, подойди ко мне. Я тебя трогать не буду. Сейчас. Так, стоп. На букву я, может быть, я могу что снимать? Не, я ничего снимать не могу. Глянь. Вот, это, а это не ты. Ну иди к зеленой метке. Ага, подлетел. И теперь, смотри. Иди теперь к синей метке. Ага, да, и что? Жди меня там. Ой, я уже иду. Spider-Man. Это ты черный такой? Глянь. Алло! Ваня, глянь, что я еще могу. Чего? Видел? Фига. Подожди, а это персонаж такой? Так, Виллианс. Виллианс, так, зеленый гоблин. Да, нашел его. Да, его нашел. Ну, становись им. Ура, тебе близнецы. Доктор Отто Октавиус. Я не знаю, я что-то сделал. Видишь, глянь, как я хорошо наполнил. А когда, можно я полетаю как-то? Да никак. Глянь. Ой. Доктор Отто Октавиус, I'm about to play. Ну-ка, сейчас я не хочу, чтобы... Зеленый гоблин. А, ну да. Лыжи, вставай. Слышал? It's a Spider-Man, I bought to play. Нажимай на однерку. Да. Полетели! Ты можешь так же снимать костюмы, но ты... Я знаю. Я кидаю бомбочку. Я, короче, полетел кидать бомбочки всему миру. Ай-яй-яй! Это что-то какой-то лагучий. Thank you.
кстати, ты можешь поворачиваться. Да, я знаю. Ну, налево и направо. Да, прилетать. Я знаю, я уже это сделал. Блин, как классно. Это ты стоишь? Нет, я просто летаю по городу. Я кинул человеку-пауку бомбочку. Я тоже. Блин, а тут много людей. Офигеть, как классно. Здесь классный режим есть у тебя. Да-да-да. Блин, они не могут найти путь домой. Теперь Человеки-пауки. Ну как бы там был я, паук. Я вернулся в свою вселенную, только другие пауки не вернулись. О, господи. Что, о, господи? Я не знаю, какой костюм выбрать. Костюм кого? Вау, кстати, у него тоже есть эмоции, кстати. Ну, поза, короче, ты понял. Да. Я Мистерио. Мистерио? Где ты? Погнали, короче, к зеленой точке. К зеленой точке, хорошо. Немножко подлагала и отвисла. У тебя так же, да? Нет. У тебя жестко лагает? Нет. Давай. Короче, я тебя у здания жду. Ты у здания? Да, я уже прилетел. Это ты такой? Да, это я такой летаю. Это ты, Мистерио? Нет, вот этот вот. Веном? Не Веном! Кармаш? Господи! Майлз Моралес? Да, вот. Ну, а что ты не на дома? Не у дома синего? Да ты знал! Я тебя видел. Я на зеленом. Значит, я сейчас пытаюсь на зеленый попасть. Господи, дебил застрял. Да господи! Ну господи, как мне залезть? У меня такое же было, братан. Я вижу тебя! Остановись! Давай! Надо опять подниматься! Стой на месте, где стоишь! Да блин, у меня нормально стояло все. У меня все нормально стояло. Я за тобой. Ну сейчас я пытаюсь. Так ты на Q вообще нажимаешь? Да, нажимаю на Q. На Q и пробел нажимай, чтобы высоко подняться. Все, наконец-то получилось. Ты не Майлз Моралес. А, ты Майлз. А, нет, ты не Майлз. А где Майлз Моралес? Показать? Да. Ну глянь. Я тебя не трогаю. Майлз Моралес, говоришь.
Да. А тебе нужен из четвертой части? Ну, из PlayStation 4. Я его находил. Вот. Нашел? Вот. Ну-ка. Ну-ка. Где Майлз Моралес? Вот он. Электрошок у него есть? Нет, это обычный. Вау! Нифига! Ты куда так улетел? Ты видел, я на электричестве улетел. Ты как на электричестве полетел? Глянь. Вот глянь. Сейчас. Видел? Да, нашел его. Ну, Майлз Моралес, Спайдермен. Нажимай на букву Е, чтобы стать. Реально я полетел на этом электрошоке. Окей, просто давай. Просто Майлз Моралес владелец суперсилой. Короче, Доктор Стрэндж, делай так, чтобы это видео закончилось, и все забыли, что Человек-паук — это Питер Паркер. По щелчку, просто по щелчку сейчас. Давай.